Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Ты мой свет и спасение мое. Кого же мне бояться, кого же мне страшиться? Даже если все злые люди на земле станут против меня, и тогда я буду. Господь, ты мой свет и спасение мое. Кого же мне бояться, кого же мне страшиться? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами. Дорогие мои братья и сестры во Христе, с огромной радостью приветствую вас на этой Святой Евхаристии. Сегодня 6-е рядовое воскресенье литургического года. Вместе с нами молится община Божьего Милосердия, отец Якуб, а мы находимся, все уже помним, в приходе Святого Николая в городе Луга в Ленинградской области. Сегодняшнее воскресенье в каком-то плане завершает частично рядовой период литургического года, скоро пепельная среда, а еще сегодня, 11 февраля, литургическая память Лурдской Божьей Матери, особый день, Всемирный день больного. Особым образом нашими молитвами обнимаем всех тех, кто страдает, болеет. Может быть, стоит позаботиться о том, чтобы, может, кого-то посетил священник, принес пресвятые дары, может, таинство больных. Мы во время этой мессы будем молиться за усопших, за Марию, Чеславу, Казимира и Амелию. Просим Господа о жизни вечной, чтобы отпустил им, простил им все прегрешения и дал им радость созерцать и улик вечности. Начнем нашу Евхаристию, попросим у Господа прощения за наши грехи, чтобы мы могли с чистым сердцем совершить это святое таинство. Исповедую и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Христе, помилуй.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Вышних Богу и на земле мир, людям Его благоволения. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже Отче Всемогущий, Господи Сын Единородный, Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас. Берущий на Себя грехи мира, прими молитву нашу. Сидящий одесную Отца, помилуй нас. Ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, Святым Духом во славе Бога Отца. Аминь. Помолимся. Боже, Ты желаешь пребывать в сердцах праведных и искренних. Помоги нам по благодати Твоей жить так, чтобы Ты благоволил обитать в нас. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение книги Левита. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишай, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону, священнику, или к одному из сынов его, священников. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть непокрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: «Нечист, нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Слово Божие. Благодарение Богу. Ты покров мой, Боже, Ты мое спасение. Ты покров мой, Боже, Ты мое спасение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Ты покров мой, Боже, Ты мое спасение. Но я открыл Тебе грех,
грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Ты покров мой, Боже, Ты мое спасение. Веселитесь, о Господи, и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Веселитесь, о Господи, и радуйтесь, торжествуйте все правые сердцем. Ты покров мой, Боже, Ты мое спасение. Чтение первого послания святого апостола Павла к Коринфянам. Братья, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не давайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Слово Божие. Благодарение Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами и с Духом. Чтение Святого Евангелия от Марка. Хвала Тебе, Господи! В то время приходит к Иисусу прокаженный, и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: «Если хочешь, можешь Меня очистить». Иисус, умилосердившись над Ним, простер руку, коснулся Его и сказал Ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к Нему отовсюду. Слово Господне, слава Тебе, Христе! Дорогие братья и сестры во Христе, любая болезнь особым образом – такая, как проказа, неизлечимая, но и еще такая опасная, в библейском менталитете была не только болезнь человека физической, но, с другой стороны, была и болезнь духовной. И человек, который заболел таким заболеванием, обратите внимание, в первом чтении, он не лечился просто так от своей болезни, только определяли степень его болезни Моисей, Аарон и священники, для того, чтобы подчеркнуть, что эта болезнь имеет какой-то и физический, и духовный характер. А человек, который болел этой болезнью проказы, считался нечистым в том плане, что не только не мог жить со своими близкими, в городе, заниматься своей семьей или работать,
но точно так же не мог посещать и мест, в которых они собирались на молитвы, то есть в синагоге, не мог быть вместе с другими, в принципе, должен жить с ему подобными за городом, мы говорим, и постоянно с колокольчик или чем-то ходить и кричать «нечист, нечист, нечист». Не больной, только нечист, нечист, нечист. У нас еще, может, в памяти остались моменты 2-3 года тому назад, помните, но никто не говорил «нечист, нечист», но если у кого-то что-то появлялось или терялось обаяние, или что, сразу себе все думал, боже, ни с кем не буду общаться, посижу, даст Бог, как-то пройду я это. Но никто не думал тогда, что это является болезнью духа, как в Библии вот эта проказа. Человек такой на самом деле был приговорен к жизни в одиночестве, ну и, как сказать, ну какой-то смерти в одиночестве абсолютной. Ужасное состояние, ни с ним общаться, ни ему общаться. Кстати, тот, кто бы хотел его дотронуться или вообще объять его, помогать ему, подойти ближе, тоже автоматически считал себя нечистым. Ну, потому что потенциально, конечно, мог заболеть от этого. То есть, таким образом, общество хранило себя от этих людей, но, с другой стороны, это своего рода приговор был, если тебе такое было сказано. Вот поэтому на фоне всего этого читаем сегодняшнее Евангелие и видим этого человека, который страдающий от таких болезней, который на самом деле он делает вещи, которых он не должен сделать, которые ему закон запрещал. За такие вещи могли его побить камнями. С другой стороны, видим Иисуса, который ведет себя таким же самым образом, что самого Иисуса могли считать нечистым и тоже мог быть приговорен к такой жизни. Нарушают все это. Вот этот человек, который страдал этой проказой, несмотря на все запреты, приближается к Иисусу, падает перед ним на колени и просит, если хочешь, меня можешь очистить. Этого нельзя было делать, приближаться. Он это делает, потому что в нем есть надежда, потому что он, видимо, где-то кто-то сказал, единственный кто-то, кто тебе может помочь, кто тебе не отбросит, может оказать тебе милосердие, это есть тот Иисус из Назарета. И он этому поверил. Или камни, или здоровье, или меня убьют, или я чудесным образом этот Иисус мне может сделать. С другой стороны, видим Иисуса, который на это отвечает, да, я хочу. И как читаем в сегодняшнем чтении, он умилосердился над ним, мало того, простер руку, мало того, коснулся его. Можно себе сказать, подцепить мог эту болезнь. И сказал ему, хочу очистить. Взял на себя его болезнь. Видим эти нарушения, с одной стороны, закона, со стороны одного и другого человека. И что нам об этом говорит вот это Евангелие сегодня? Я думаю, что уж не будем говорить о больных, которые в инфекционных больницах находятся или страдают от физических болезней, которых по понятным причинам на некоторое время надо изолировать, чтобы их исцелить и вернуть в общество. Вот так, наверное, не думаем. Но я думаю, что есть очень много в нашей жизни, в нашем представлении людей, которых по нашим оценкам, стереотипам, они страдают от проказы. Мы, как мы часто говорим, он больной, она больная. И не только в плане физическом, только мы их не принимаем. Мы не хотим с ними общаться. Для нас эти люди или ведут себя, или нас причинили нам боль, или какая-то рана, или вообще потому, что так одеваются, или что-то другое говорят. Для нас эти люди как больные, как страдающие от какой-то проказы. Не то, что идем по улице и видим, идет нам навстречу такой человек, думаю, лучше это пройду на ту сторону, чтобы с ним не встретиться. На звонки не буду отвечать, общаться не буду. А он для меня как больной. Не в физическом плане, только потому, что он мне
он мне не нравится, может быть. Или у нас есть какая-то общая история, я не хочу с ним ничего общего. Таких людей, которых, ну, как сказать, в обществе бывает, и которые каждый из нас имеет, это независимо, кто это может быть, даже член нашей семьи, может, какой-то родственник. Надо нам задуматься, не воспринимаем его, такого человека, как того, которого мы исключили из пространства, в котором мы живем, как больного проказа. Людей, с которыми ничего общего. Это не обозначает, что я сейчас со всеми должен дружить и жить, и вот это. Ну, бывают люди, которые ближе нас и которые дальше как-то. Но, с другой стороны, у каждого есть человек, которого вот как-то задевает. Как-то нам не нравится. По нашим меркам он какой-то больной. Не физически, только боимся его. Сегодня в этом чтении читаем и думаем: Господи, а может быть, мне сегодня надо повести себя, как ты? Умилосердиться над ним, над этим человеком. Коснуться его. Сказать: хочу тебе простить. Хочу заново как-то, может быть, видеть тебя, замечать тебя на улице. Самый большой, знаете, я думаю, наказание для другого человека – это не ругаться с ним, даже не оскорблять его, только игнорировать. Сами знаете, набрать телефон и хочешь с кем-то поговорить, звонишь, даже не сбрасывает, не отвечает. Через какое-то время СМС – нет ответа. Пишешь что-то – не реагирует. Игнорирует. Игнорировать другого человека – это хуже, чем сказать: «До свидос, не хочу с тобой, ты для меня не существуешь, воздух моей жизни». Иисус нам говорит: надо тебе заметить, наконец-то, таких людей, и надо тебе оказать им милосердие, хотя бы, может быть, ответить на звонок. Попросить, может быть, как-то на улице откликнуться и не оценивать. Говорю, не то, чтобы опять стать друзьями, только, может быть, для того, чтобы как-то снять с этого человека вот признак духовной проказы, который, может быть, и страдает. Очень важная вещь, которая еще в Евангелии сегодня подсказывает нам сам Иисус, который приближается к этому человеку, не боится этой болезни, что ему будет плохо, принимает на себя вот тяжесть положения этого человека. Прекраснейший знак Божьей любви и милосердия, и нежности. Бог всегда приходит, идет нам навстречу. Какая бы ни была проказа в нашей жизни, уж не физическая, а духовная, особым образом грех наш, слабости, Бог этого не боится. Бог, как говорится, не боится испачкаться нашей жизнью. Это мы иногда как-то думаем: вот я так нагрешил, у меня такая жизнь, такие-то проблемы. Уж Бог точно со мной не хочет общаться. Он всемогущий, Он чистый, Он святой. Запомним, Бог не боится этой, чтобы испачкаться нашей жизнью. Стал человеком, чтобы взять на себя наш грех, нашу слабость, особым образом то, с чем мы не справляемся. Проказа была неизлечимой болезнью. У нас есть тоже всякие разные вещи, которые нам кажутся, они неизлечимые. Господь нам говорит: дай мне это, отдай мне это. Сам не справишься. Тебе нужна моя благодать. Отдай. Поверь, что кто-то с этим может справиться. Если ты 100-200 раз пытался, не получалось, не бойся. Я это сделаю. Я для этого стал человеком. И я хочу тебе помочь. Именно в ситуациях какого-то уныния, какого-то страдания и мрака прибегаем к Иисусу и отдаем Ему все это. Говорю: Господи, ну посмотри. Это мои вопросы, это мои трудности, это мой грех, это мои слабости. Я не справляюсь. Помоги мне, пожалуйста. Если хочешь, можешь меня очистить.
Самая короткая молитва практически, которую встречаем. Если хочешь, можешь меня очистить. Будем говорить Иисусу. Если хочешь, можешь мне помочь. Если хочешь, можешь мне снять с меня вот эту тяжесть. Если хочешь, можешь взять мой крест. И всегда услышим от Иисуса. Я хочу. Я для этого стал человеком. Я умер за тебя. Я хочу дать тебе новую жизнь. Чистую, святую. Без проказ. Аминь. Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца Рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого, Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, но в грядущего со славою судить живых и мертвых. Царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, Отца и Сына Исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и славу, который вещал через пророка. И во единую святую Вселенскую апостольскую церковь исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Возлюбленные братья и сестры, в мире много недугов телесных и духовных, поэтому мы просим Господа благодатью Своею подать облегчение всем страждущим. Христе, услышь нас. Да свидетельствуют священнослужители о Христе всей своей жизнью. Господа просим. Христе, услышь нас. Да увидят христиане в страждущих своих братьев и придут им на помощь. Господа просим. Христе, услышь нас. Да обретут больные душой и телом тепло и любовь в христианских общинах. Господа просим. Христе, услышь нас. Да оставят блудные сыны церкви свои беззакония и примирятся с Богом в таинстве покаяния. Господа просим. Христе, услышь нас. Да пребываем мы в постоянном благодарении Богу за дар спасения и жизни вечной. Господа просим. Христе, услышь нас. Господи, приносим Тебе всех наших усопших, братьев и сестер. Особым же образом просим о даре жизни вечной на Марии, Чеславы, Казимира и Амели. К Тебе взываем. Христе, услышь нас. Господи Иисусе, услышь просьбы наши, прикоснись к нам своей благодатью, да сподобимся служить Тебе в здравии и чистоте, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Присядьте, пожалуйста, 230, да, поем. Господь мой Спаситель, пред Тобой стою смиренно, верю здесь, мой Искупитель, в этом хлебе, земной не постигает, но для веры все открыто. На этом хлебе пребывает Бог живой, от глаз сокрытый. Чудо Божье дело и достойно поклонения. Он свое свято
Твое тело дал для нашего спасения. Братья и сестры, молитесь, дабы наша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Молим Тебя, Господи, да очистит и обновит нас это приношение и станет источником воздаяния вечного для тех, кто исполняет Твою волю через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами и со Духом Твоим вознесем сердца, вознось ко Господу. Возблагодарим Господа Бога нашего, достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий, Вечный Боже, ибо Ты так милосердно возлюбил мир, что послал нам Искупителя, который по Твоей воле стал во всем, кроме греха, подобен нам, чтобы Ты мог возлюбить в нас все, что Ты возлюбил в Своем Сыне. И мы по Своему непослушанию согрешившие и впавшие в немилость, через послушание Христа вновь обрели Твои дары. Поэтому и мы, Господи, со всеми ангелами и святыми Тебя исповедуем, в радости взывая. Господь Бог Саваоф, полны небеса и земля славы Твоей, Осанна Вышний, благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышний. Воистину свят Ты, Господи, источник всякой святости, поэтому мы стоим пред Тобою в общении со всею Церковью, празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого ради Христа, просим Тебя, всемогущий Бож. Свечи эти дары излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он, добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб, Тебе вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом, после вечери, взяв чашу и вновь вознося Тебе благодарение, он подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это из чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется в отпущении грехов. Это совершайте в память обо мне». Велика тайна веры, возвещаем, Господи, и воскресение Твое ожидая пришествия Твоего. Итак, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобою, служить Тебе. Смиренно намолим, чтобы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле. Сделай ее совершенной в любви вместе с Папой нашим Франциском, епископом нашим Павлом, его вспомогательным епископом Николаем и всем духовенством. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения. Просим за усопшую Марию, Чеславу, Казимира, Эмелию и всех почивших в Твоем милосердии, прими их в свет лица Твоего.
Всех нас помилуй, удостой нас участия в вечной жизни. Вместе с Пресвятой Богородицей, Девой Марией, с блаженным Иосифом, Ее обручником, со святыми апостолами и всеми святыми от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя через Сына Твоего, Иисуса Христа. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы приняли Святого Духа, который содел нас детьми Божьими, поэтому с благодарностью дерзаем взывать «Отче наш». Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милости во мир во дни наши, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования, пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовек. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, просим Тебя, невзирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей, по воле Твоей благоволи умерить и объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Мир Господа нашего да будет всегда с вами. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Мир всем вам». Помилуй нас, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Помилуй нас, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир. Вот Иисус Христос, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны званые на вечерю Агнца. Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мою, но скажи только слово, исцелится душа моя. Тело Христово да сохранится для жизни вечной. Они ели и пресытились, желаемое ими дал им Господь, но не прошло желание их. Тело и кровь Христа. 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 Тело и кровь Христа.
простися грем ты, человек, наш Спаситель. Кающимся даришь силу чистоты. Славься, Иисус, ныне и во век. Гости сокрыты, Бога человек. Славься, наш Спаситель, спасший нас. Защити от кары грешный смертный час. Славься, Иисус, ныне и во век. Кости покрыты, Бога человек. Вся наш Спаситель небесный. Поклонение воздаем Тебе. Славься, Иисус, ныне и во век. Гости сокрытый, Бога человек. Помолимся. Господи, вкусив небесных даров, молим Тебя, чтобы никогда не угасала в нас жажда источника истинной жизни через Христа Господа нашего. Аминь. Под Твою защиту прибегаем. Богородица, не презри моления наших в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда. Дева преславная и благословенная, владычица наш, защитница наш, заступница наш, сыном Твоим примири нас, сыну Твоему поручи нас, сыну Твоему впереди всех нас. Дорогие мои, спасибо вам большое за совместную молитву. На этой неделе начинается Великий пост, пепельная среда. Помним, что в пепельную среду предписывается строгий пост, то есть ограничение количество пищи и отказ от мясной пищи, а во все пятницы Великого Поста отказ от мясной пищи. В пепельную среду здесь богослужения святой мессы не будет. В общем, обряд возложения пепла мы сделаем в следующее воскресенье, первое воскресенье Великого Поста. Отец-настоятель передает, что до конца месяца февраля крестный путь по пятницам совершаться не будет, только после возвращения отца Андрея, видимо, это уже будет март месяц, но вот будут по пятницам тоже богослужения. Готовимся поэтому уже к этому периоду, все тише и тише, но не только музыка и все остальное, но также и духовно. Радостный тоже этот период, потому что, я думаю, всегда Великий пост – это тот период, когда Бог со своим милосердием особым хочет обнять и нас, как мы слышали сегодня, как прокаженных, каждого из проказа. Мы тоже какие-то прокаженные для кого-то, но не для Бога. Бог не боится наших болезней, наших страданий, наших грехов. Помним, что во время Великого Поста и в пасхальное время предписано у нас есть, что каждый католик обязан хотя бы раз в год в пасхальное время, Великий Пост или пасхальное время, приступить к таинству примирения и в Евхаристии. Начинается со среды ближайшей. Следовательно, Пасха в конце марта, 31 или 30, я уже точно сейчас не помню, очень рано в этом году.
Мы с вами в молитве, в нашей общине Божьего милосердия встречаемся завтра вечером в 6 часов. Сегодня и завтра венчик будем читать индивидуально. Молимся, помните за наших больных, страдающих. Сегодня Всемирный день больного. Можно кому-то позвонить, написать, спросить. Может, кому-то напомнить, что, слушай, может, пора тебе сходить, может, тебе священника, может, кого-то. И молимся друг о друге. Господь с вами. Благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Идите в мире Христовом. Или Бог. Поем. Просим на исходе дня весь этот день сделай Твоим любовью одари. Аве Мария, грация плена, Доминус текум. Бенедикта ту, всеблагая Матерь, все моления прими и вознеси наши сердца к величию Творца. Аве Мария, грация плена, Доминус текум, бенедикта ту. Молитва святому Архангелу Михаилу. Начинаем. А ты, предводитель небесного воинства, низвергни сатану и прочих злых во зла, бродящих по свету и развращающих души, низвергни их силою Божьей в ад. Аминь.